Здравствуйте! В эфире программа «Новости» на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Дарья Человекова. И Георгий Рузываев. Вот о чем мы расскажем сегодня. На планерке в администрации главной темой обсуждения стала уборка снега. Государственная корпорация «Росатом» запустила марафон под названием «Росатом вместе с энергодаром». Концерт в памяти Бориса Красильникова в детской школе искусств собрал большое количество зрителей. В городском парке состоялась праздничная программа для детей в поисках новогоднего чуда. Центральной темой планерки главы администрации Обнинска стала уборка города от снега. Заместитель городоначальника по вопросам городского хозяйства Игорь Раудови рассказал, какие есть претензии к управляющим компаниям и почему такие трудности возникают с расчисткой сугробов во дворах. В городе есть управляющие компании, которые не имеют достаточное количество собственной техники, пара тракторов на 60 домов, например. Недостающие арендуют по необходимости, когда в сильный снегопад необходимость возникла у всех, уборочных автомобилей не хватило. Штат дворников в управляющих компаниях укомплектован только на 60-70%, говорит замглавы. Проверили порядка 50 территорий за эти выходные дни. Управление городского хозяйства ежедневно обследует территории вместе с управляющими компаниями, созваниваемся, выходим. Есть проблемы у них с вывозом также снега с этих территорий. Проблемы есть с заездом и выездом из дворов. Но основная проблема, наверное, это мусорные площадки, которые не дочищают управляющие компании, о чем было сказано и уже написано письмо в государственную жилищную инспекцию по этому поводу, чтобы они в первую очередь как раз въезды-выезды и площадки убирали, потому что не может подъехать мусорную машину, да, и забрать мусор. Еще одна довольно острая проблема для коммунальщиков – личный транспорт жителей и на придомовых территориях, и вдоль дорог. Убирать снег из-за этого становится проблематично. Замглавы администрации сообщил, пока что на вывоз снега заключили договоры с МПКХ только 4 управляющих компании. Общество с ограниченной ответственностью – управляющая компания, региональная управляющая компания – МП УЖКХ и общество с ограниченной ответственностью – инфраструктура. Просьба тогда еще раз собрать у управляющей компании – особенно посмотреть те адреса, где больше всего обращений жителей. Снег у нас только середина декабря, поэтому ближайшие дни будет идти, и впереди у нас декабрь, январь, февраль и март. То есть если сейчас не выстроена работа, то вся зима будет вот в таком, соответственно, состоянии. У вас по вторникам всегда связь с управляющим компанией. Пускай завтра вам предоставят информацию, куда они вывозят снег. Хорошо, принято. То есть здесь вариант такой, или они, соответственно, снег не вывозят, и поэтому такие завалы во дворах и люди выехать не могут, или они куда-то скидывают его неположенное место, ну, что тоже, соответственно, недопустимо. Поэтому у меня просьба, значит, встретиться с каждым, пускай управляющая компания предоставит информацию, куда вывозится снег. Отчитался Игорь Раудови и о работе МПКХ в эти выходные. Сотрудники коммунального хозяйства полностью были задействованы в уборке снега. Значит, проводилась погрузка снега, очистка остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, остановочные карманы. Сотрудники работают в усиленном режиме в 3 смены. Значит, использовалось 8 погрузчиков, 10 самосвалов. Это на выходные дни, как раз когда начался, как говорится, очередной тут снегопад. 9 тракторов, комбинированные дорожные машины 12 штук, 84 дорожных рабочих и были привлечены еще 2 грейдера. Татьяна Леонова оценивает состояние центральных дорог Обнинска как удовлетворительное. Сити-менеджер подчеркивает, что паузой в осадках надо воспользоваться, чтобы разгрести и вывести образовавшиеся снежные навалы. Если плотно не заняться этим сейчас, потом будет труднее. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Попова рассказала о поддержке мобилизованных и их семей. В основном занимались сбором и формированием посылок для отправки непосредственно участникам в зону специальной военной операции. За эту неделю собрано 64 посылки. Из них 32 посылки собрали родственники, так называемые индивидуальные,
прямо адресованные конкретным людям. Родственники собрали. И 32 посылки собрали в целом, общие посылки от нашего города. Ведется подготовка к поздравлению с Новым годом детей из семей мобилизованных. Среди озвученных вариантов поздравлений были названы и сладкие подарки, и возможность посетить новогодние спектакли в областном драмтеатре и ТЮЗе, и показ фильма, и приглашение на елку главы администрации. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. После снегопадов на выходных от жителей поступало много жалоб на некачественную работу управляющих компаний. В частности, проживающие на улице Звездной в домах 1А, 1Б и 1В сетуют, что обслуживающая дома организация плохо убирает снег, что, как считают жители, уже сказалось на качестве вывоза мусора. На момент съемок утром вторника контейнерная площадка выглядела вот так. Приятного мало. Проезд через двор и так узок, а теперь с такими колеями разъехаться вообще невозможно. Проблемно передвигаться через двор пешеходам, и трудности начинаются уже от подъезда. Как пишет в своем обращении к директору управляющей компании «Обнинск» один из собственников «Звездной 1А» из первого подъезда, в прошлые годы в зимние месяцы неоднократно обращались с требованиями почистить ступеньки ото льда. Эта работа проводилась, как правило, на второй-третий день, и пока не почистили ступеньки, жильцам приходилось выбирать между получить травму, спустившись по ледяным ступенькам, или спрыгнуть в сугроб сбоку крыльца и подвергнуть свою жизнь опасности, попадая в зону нависающих сосулек с крыши дома. Конец цитаты. И ситуация в декабре 2022 не поменялась, сетует собственник. Обнинцы уверены, что за 3 дня, снег начался еще в субботу, управляющие компании могли бы мобилизовать свои силы и навести порядок, ведь деньги за свои услуги они берут в любую погоду и при любых обстоятельствах. А как дело доходит до более или менее серьезных осадков или иных вызовов, найдется десяток различных оправданий, почему работа до сих пор не выполнена. С 16 по 22 декабря государственная корпорация «Росатом» запустила марафон, который получил название «Росатом вместе с Энергодаром». И в рамках этого события 16 декабря в Обнинском доме Курчатова дети сотрудников физико-энергетического института имени Александра Лейпунского приняли участие в мастер-классе по изготовлению елочных игрушек. Подробности в следующем сюжете. Новый год – волшебная пора. В этом году праздник обретает особую атмосферу, ведь в Первом Наукограде жители делают волшебство своими руками, изготавливая на мастер-классах украшения, которые можно увидеть в оформлении различных территорий Обнинска. Не остаются в стороне и предприятия города, где также проводятся мероприятия по созданию елочных игрушек. Так, в минувшую пятницу малыши, чьи родители работают в Обнинском физико-энергетическом институте имени Александра Лейпунского, посетили дом Курчатова, где для них провели новогодний мастер-класс. В этой непростой ситуации в нашей стране было принято решение, что не тратить много денег на елочные игрушки, а украсить город своими руками. В этом году была объявлена такая акция «Украсим город вместе». И мы с вами уже провели много мастер-классов, физико-энергетический институт в этом провел много мастер-классов по созданию елочной игрушки. И сегодня у нас с вами очередной мастер-класс. То, что мы сделали на предыдущих мастер-классах у физико-энергетического института, его главного корпуса, была украшена этими сделанными детскими руками игрушками, была украшена совершенно замечательная елка. И здесь, в доме Курчатова, наша елка, которую вы видели на улице, она тоже оденет свой яркий наряд. Детвора в этот день разукрашивала большие лампочки. На каждой красуется имя атомного города. Но в этом году с особым трепетом в атомную семью принимали 28-й город, который вошел в состав Российской Федерации – Энергодар. Там расположена самая большая в Европе АЭС – Запорожская. Сейчас Энергодар находится в непростой ситуации, и «Росатом» запускает марафон «Росатом» вместе с Энергодаром в поддержку жителей города. Каждый ребенок своей рукой хотел написать название этих атомных городов. Кто-то с особым трепетом разукрашивал лампочку Обнинска, рисуя на ней мирный атом. Кому-то приглянулся Северск, расположенный в Томской области. Но особого внимания удостоился, конечно же, Энергодар. Сегодня мы принимаем в семью атомных городов, такой яркий исторический город Энергодар. Там находится самая большая в Европе атомная электростанция Запорожская АЭС. И вот эти лампочки, которые, кстати, мы же с вами все игрушки делали из материалов, которые, собственно говоря, уже не используются. Фактически мы их с вами красиво утилизировали. Вот эти лампочки, которые нам передал электроцех ФИИ,
они превратятся в новогодние красивые игрушки. Мы их с вами сейчас своими руками превратим в эти игрушки. И это будет не просто лампочка, а каждая лампочка у нас с вами будет символом атомного города. Дети почувствовали себя не только художниками, но и маленькими волшебниками, создающими красоту для главного символа праздника – елки. Новогодние игрушки с названиями атомных городов затем ребята повесили на ветви зеленой красавицы около дома Курчатова. Яркие разноцветные лампочки украсили главный символ Нового года. Кроме того, в рамках марафона «Росатом вместе с Энергодаром» организован сбор всего необходимого – от теплых вещей до лекарств. В госкорпорации «Росатом» работают очень отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, поэтому руководством была организована акция по сбору самого необходимого. Работники несут теплые вещи, детские игрушки, настольные игры, книги, канцелярию. Мы не собираемся останавливаться и будем продолжать дальше оказывать помощь. Силами сотрудников физико-энергетического института было собрано около 300 килограммов гуманитарной помощи, которую сначала доставили в Москву, а оттуда уже все самое необходимое отправили в Энергодар от госкорпорации «Росатом». Большая атомная семья – это одна сплоченная команда, которая чувствует ответственность за каждого человека и всегда поддержит тех, кто рядом в трудную минуту. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В субботу в детской школе искусств номер 2 состоялся концерт памяти Бориса Красильникова, который преподавал в классе скрипки, начиная с 89 года. Педагог за свою жизнь воспитал множество прекрасных музыкантов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Многие из этих ребят впоследствии выбрали профильные высшие учебные заведения, связали свою профессиональную деятельность с музыкой. При нем наш камерный оркестр вышел на профессиональный уровень, скажем так. Если это раньше был небольшой ансамбль из преподавателей, то потом он превратился именно в камерный оркестр, который уже мог выступать не только на школьной сцене, но и в областном центре, и в Москве, и даже ездили с гастрольными поездками по стране и за рубеж. Бориса Красильникова не стало в мае 2022 года. Директор Светлана Курдеева рассказывает, что он сделал многое для развития и укрепления отделения струнных инструментов. Работал педагог и с совсем маленькими учениками, и с без пяти минут выпускниками. Светлана Курдеева уверена, что в первую очередь добиваться успехов в обучении ребят Борису Красильникову помогали профессионализм и любовь к детям. Умел находить подходы и к ним, и к родителям. Он с каждым ребенком занимался, как будто он один-единственный такой, самый замечательный, вспоминает руководитель школы. Борис Красильников увлекал занятиями и родителей. Он считал, что если вся семья не вовлечена в процесс, хороших результатов будет не добиться. А вот как вспоминает о Борисе Красильникове Александр Сычев, руководивший музыкальной школой с 1989 по 2001 годы. Бориса Красильникова я сюда затащил на работу, вырвав его из Москвы, из Большого симфонического оркестра. Человек, который оставил в Москве всю перспективу и приехал, ну, скажем так, ну, не совсем в центральную музыкальную школу России, а в буйные 90-е, когда было очень сложно понять вообще, что происходит не только в музыкальной школе, но и во всей стране, с неясной перспективой. Но он поверил в это, он оставился в Москве, приехал сюда, устроился на работу. И начали осуществляться, правда, путем очень большой титанической работы и очень больших усилий, осуществляться очень многие важные для нашей школы
проекты. Александр Сычев вспоминает, что в те годы существовали определенные нормативы, согласно которым определялось, сколько в городе должно быть училищ, филармоний, оркестров. Зависело от численности населения. В Обнинске, если смотреть на тогдашнее количество жителей, не должно было быть ничего, в том числе ни камерных, ни симфонических оркестров. Но глава администрации Михаил Шубин тоже рискнул, выделил средства на оркестр. В 1994 году оркестр был муниципализирован. Итог всех приложенных педагогами и властью усилий – заметный и сильный рост уровня профессионализма музыкальной школы. Музыкальная жизнь кипела, проходили совместные концерты, акции. Все это продвигало школу и, соответственно, тех, кто в ней обучался. Если дети задавали вопрос, для чего они учатся столько лет, что дальше? Был и наглядный ответ – вот ради этого. Сцена, высокие достижения, расширение кругозора, возможность объехать с концертами не только свою страну, но и весь мир. Имя маэстро Косильникова, конечно, вписано в историю музыкальную нашего города. И сегодня я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив школы искусств и директора Светлана Александровна, вас, за то, что вы сохраняете память, Борис Алексеевич, за то, что организовали этот замечательный праздник талантливых и творческих людей. В концертной субботней программе были выступления учащихся и преподавателей детской школы искусств, камерного оркестра «Ренессанс» и профессоров Московской государственной консерватории Сергея Кравченко и Натальи Виноградовой. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В городском парке Обнинска состоялось торжественное открытие новогодней елки. Действие сопровождалось праздничным представлением для детей в поисках новогоднего чуда. Подробности далее. В этом году в канун новогодних праздников выпало столько снега, что стало ясно, чье-то желание исполнилось, зимний волшебник расщедрился. На центральной площадке перед главной елкой уютно расположился шатер с Почтой России, где каждый посетитель парка может заполнить открытку с пожеланиями для родных, друзей и близких или отправить свою мечту в послание Деду Морозу, чтобы наверняка исполнилось, как со снегом. Праздничная программа в поисках новогоднего чуда собрала и больших, и маленьких жителей Обнинска, которым захотелось немного волшебства. Собравшиеся танцевали вместе с пингвиненком и Снегурочкой, водили хороводы, участвовали в разнообразных конкурсах. Все дружно позвали Деда Мороза, и когда он появился, главный символ Нового года, празднично украшенная елочка, засияла яркими огнями. Старт праздничным мероприятием для самых маленьких дан. В городском парке с 24 и 25 декабря традиционные праздники в гостях у Красной Шапочки, у Барбарисовны, которые проходят по субботам и воскресеньям в 12 часов, их никто не отменял. И у нас тоже уже есть маленькая традиция. Традиция резиденция Снежной Бабы, когда можно прийти хотя бы даже взрослому человеку, ребенку, в нашу резиденцию, пообщаться со Снежной Бабой, рассказать стихотворение, песенку. Ну и, конечно же, получить подарок. А сразу с наступлением Нового года, 1 января в 16:00, в городском парке жителей ждут на праздничную концертную программу самодеятельные артисты, выступающие в разных жанрах. Со 2 по 8 января в 12 часов ежедневно здесь будут проводиться развлекательные детские программы, а в 16:00 полюбившиеся танцевальные программы для посетителей парка среднего возраста. Дмитрий Глухов, Елена Филина, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск онлайн», ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на YouTube-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.